И если вы научитесь получать удовольствие, зная, что вам появилась очередная сложность, потому что вы сможете ее покуролесить, потратить физическую энергию, как в беге или в спортзале, или там еще что-то, и после этого получите большой куш, вы будете хотеть сложностей. А до тех пор, пока у вас нет внутреннего желания этих сложностей, и этих испытаний, и этих нагрузок, вы будете скучать и медленно оседать на дно илом.